Приветствуем, гражданин Терры-Пыры. Поздравляем, вы приняты программу «Положим дорогу в галактику». Вы выбрали 124 миллиона. Вас выбрали из 124 миллионов претендентов на основании ваших исключительных физических и интеллектуальных способностей. Ебать, это про меня. Слышь, они не знают, они... Хороший отбор. Громкая игра. Ты шо, донаты пропускаешь? Найсбайт меньше, чем 3. С переездом духом не под... Не, спасибо, старина. Я, честно скажу, не услышал. Я ж когда слышу, я отвечаю. Но за 440 спасибо. Паникин. Хай-хай-ху. Давай, старина. Давай, Сань. Так, участие в проекте может стать для вас прибыльным и перспективным в зависимости от вашего. Вы были Терры-Пыры, распоряжением Морриган, в следующее время станции не дополнительного штата сотрудников. Но если вам удастся проявить талант организации развития прибыльной деятельности, вас ждет ряд... Вас ждет ряд, блять, блестящих возможностей. Помните, включение в программу «Проложим друг в галактике» является исключительной прерогативой корпорации Lynx и может быть аннулировано в любое время. Неповиновение или деятельность недопустима. Как только вы доставите свою электронную подпись, за вами незамедлительно придет отправленный шаттл, который доставит вас к месту вашей дальнейшей дислокации. В прибытии вы проведете обучение. Укажите личные данные на последующих страницах, чтобы подтвердить трудоустройство. Ну как в жизни, слышь, парни? Еще тише, что ли? Что случилось? До сих пор громко? Что со звуком? Парни? У меня чат встал, блядь. Нормально, все, понял. Окей. Как в жизни от этого анкетку, я мастер в этом. Имя сотрудника, система... Линкс регистратор, скрещивается социальный треугольный центр, ниже нормативная лексика или непременная слэк-жаргон недопустимая. Максон я. Выберите возрождение. Возрождение Бодимайт по умолчанию. Клоны, клонирование за 150 тысяч. Это грабеж, блядь. Я Максон. Максон я, да. Далее. Бланк подтверждения трудоустройства. Голосовое подтверждение личности. Тыры-пыры не работает. Схема ориентации. Выберите ориентацию обычная. Схема питания. Наши пищевые процессы распространены творить ваши. Курица без пластика, вегетарианство... Пескетарианство? Что такое пескетарианство? Ави, лига от Максима. Здорово, разведка. Почини бицы. И да, счет у тебя тут ансапов развелось. Ебать, закомбинил. Спасибо большое тебе, Кенджи Гайта, за 5 еще дополнительно подарочных подписок. Рыба. Я рыбу люблю. А, и... Спасибо, Геск, также за подписку 19 лет. Спасибо, старина. Бицы подремонтирую, но сейчас я хоть постримлю немного. Я, блядь, вернулся в стрим, и так тяжело. Посмотрите каждое утверждение. У меня нет криминального прошлого на Земле и на Марсе. Правонарушение, взрывающий Юпитер. Да, да, допустим, нормально. На Юпитере было дело. Я не являюсь участником рабочего профсоюза или другого объединения, трудящихся никогда не имел с ними ничего общего. Это правда. Я прошел ежегодное медицинское обследование и не болею легкими макалу. У меня нет коммерческой или недвижимости. Ну, наверное. ФПС. ФПСа нет. Так это, наверное, из-за алертов. Это скорее нужно игру тогда сделать на фуллскрин, тогда нормально будет. Пропуск кадров. А, да, действительно есть такое, пропуск кадров. Я уже даже сам фиксирую. Наверное, нужно фуллскрин захуярить просто и все. У меня нет коммерческой недвижимости. Нету, да, нету. Я буду ежегодно выполнять работу с положительным настроем, готовностью решать любые проблемы. Это про меня. Я не понимаю. Первый раз выиграл в ваших этих интернетах. На фотках я без бороды. Виделись на Игромире. Там еще какая-то Тян попросила Арсюху сфотать меня с ней. В украинском нравится людина Мураха и Кровосиса. Спасибо за пиццу. Да без проблем. Спасибо, что дельтафиксер тебе. Я понимаю риски, связанные с длительными поля. Да, понимаю. Я буду голосовать за канцлера Чунджань на выборах. Да, я буду за него голосовать, это точно. Доброе утро. Мне нужно настройки графики. Спасибо большое, тигрулька тебе. Так, я пока увлекусь игрой, ладно, то я сильно отвлекаюсь. Нам нужно срочно съебаться с этой панели, потому что она ебашит мой FPS. Ну за Чунджаня надо голоснуть будет. Hard Space Shipbreaker. Almost heaven. West Virginia. Ля, с Байконура полетел походу.
Аве. Аве. Смотрю тебя с маньяка. Очень радуешь своим позитивом. Да, без проблем, брат. Сейчас слушаю твой стрим через наушники, и тут заходит начальник и начинает вставлять пиздюлей. А в наушниках ты поешь песню Ко Топсон. Не смог сдержать себя. Начальник подумал, что я дурачок, молчал, шел. Удачи тебе. Подыскиваю новую работу. Спасибо большое. И Лорвин, спасибо большое за подписку. Видимо, док, где я буду работать. А это, видимо, я, кстати. Видите, вон ебашу корабль. На нахуй. Кабина, блядь, заразрезана, значит, не нужна. Я уже хочу сам попробовать. Да, я сам попробую. Линкс, где монтаж? Нажмите трион, блядь. Палец вверх, парни, вам ставлю, видите? Сейчас посмотрим, что у нас там по видео. Разрешение. 60 Гц. Не порядок, блядь. Оконы полноэкранные. Давайте поставим во весь экран, да? И еще потом въебем вертикальную синхронизацию для вас еще. Теперь нажмем, блядь, продолжить. Ну, нихуя не нажимается, блядь. Я вот пытаюсь, могу только в настройки, блядь, выйти. Назад, блядь. Да, сохранить. Вы игру еще видите, ребята? Такой вопрос нескромный, блядь, после того, что я сделал. Видите? Должно быть попроще. Он палец вверх, парни. Ебать. Резчик, прежде чем мы начнем, давайте по сложившейся традиции почти минуты молчания освободившегося утилизатора. Как вы скоро увидите, здесь случается такое нечасто. Ебать, тут мышка плавает. Ебать, меня несет. Алло, блядь! Дядя, останови! Блядь! Верни меня, блядь, на место! Меня зовут Уивер, на площадке буду вашими глазами... О! Ебать, заработало управление. Минус еще один. А теперь давай посмотрим на заказ. Блять, как затормозить-то нахуй? Оп, сейчас встану. Все, встал. Блять, я лег. Да, держись за эту хуйню. Во, все, заебись, схватился. Да, работка, блять, не пыльная нахуй. Заказ. Класс. Если хотите полностью рассчитаться с долгами, как Салливан, вам нужно выполнять заказы. О. Так. Тормоз на контрол. Класс. Пролететь вперед 3 секунды. Полетели нахуй. Класс. Смайлик не убирайте далеко этот. Полететь назад 3 секунды. Оп, ебать. Сделано нахуй. Тормознуть. Класс. Твои интеллектуальные способности приценили. Спасибо, что Морган, за подписку. Веселый Мугивара. Полететь вниз. Вот поэтому и нужно переходить на работу из дому. Сидишь, попердываешь. Кадишь в свое удовольствие и одеваешь костюм без брюк на конфколы. Ался, может, отключишь пока алерты? Да вроде они сейчас уже не мешают. Тоже должен понимать, алерты — это как бы ваши пожертвования, это денежки, денежки я люблю, блядь, тут как бы трудно юлить, да? Кстати, вопрос вам, я полный экран поставил, вертикальную синхронизацию, это поправило вопрос? Поправило вообще? FPS нормальный, стабильный? Бэт, ну я, вы показываете палец вверх, значит, наверное, все заебись. Развернуться влево. Оп. Блять, это теперь каждый раз так будет, блять. Вы всегда теперь, когда согласны, хуярьте этот смайлик вправо. Сука. Спасибо, что веселый Мугивара. Извлечь антенну с помощью якоря. Якорь зажать. Это антенна? Антенна. Опа, блядь, антенна. И куда ее нахуй? Толкнуть объект. Я походу вниз. Он на ролике кидал вниз. Туда, да? Оп. Все, класс. Есть. 35
и 60 кг. В смысле, это ее вес, блядь, или что? 35 и 60 кг, или это мои деньги? Где мои денежки, блядь? Я не вижу денежки. А, вон ЛТ. ЛТ справа сверху, может, это денежки? Deposit salvage, туда. Нет, это система, может, блядь. Поздравляю, первый демонтированный объект. Еще пару миллиардов таких объектов. Не летим, не летим, спасибо. Я только могу сказать, шучу. Ну что, резчик, приступим к вскрытию корабля. Если это ты называешь это, блядь, кораблем, давай попробуем. Включи сканер и посмотрим. Опаньки. В смысле бинго, блядь. Чтобы получить резак, просто двигайтесь. Резак, резак. Класс, ибо. Вот, что-то он нихуя не режет, блядь. А не, во, режет нормально. Я то вообще делаю, блядь, дай посмотреть. Эта хуйня держит здесь. Да, я то делаю, ебать. Это я, у меня талант, нахуй. Тише. Тормозника, блядь, еще вот эту хуйню отъебашим сейчас. Щетка, блядь, заебись, нахуй. Ой, блядь, я что-то не то отъебашил. Ее хуйня справа, по-моему, удерживала. Ну, похуй, блядь. Работа, блядь, работа есть работа, правильно? Вот эту надо было, Анна. А вот, да, вот это надо было отхуячить. Есть, блядь, да? Демонтаж гондолы. Ты что ли гондола? Так, ебать, нихуя она тяжелая. А что ты хочешь, чтобы я сделал, блядь, с ней? Вниз ее, блядь. А если я промахнусь, блядь, и не попаду? Не могли побольше сделать хуйню? Так она еле двигается, блядь. Ебаный рот. Туда нахуй, блядь, давай. Блять, я еще хуйню случайно отсоединил. Ну, похуй, отсоединил, значит, так надо. А, может быть, надо поближе к ней. Типа... Оп! О, одна гондола улетела, блять. А эта хуйня нормально подойдет? Ой, ей это не нравится. Я что-то не то отхуячил. Блять, что-то я начинаю теряться в пространстве. Давайте вторую гондолу отхуячим пока. Так, что у нас по крепежам? Тут, блядь, гадалки, не ходи, вот эту хуйню сейчас убирай. Тише, тише, тише. Поближе. Оп. Потом эта хуйня упадет на землю. Да, сгорит в атмосфере, все нормально. Так. Блядь, что-то я не с той стороны это делаю, судя по всему. Так, на, держи. Это тебе гондола. Блядь, та гондола не до конца улетела. Давай поможем еще той гондоле. Блядь, толкает слабо. Включить якорь. А я могу притянуться как-то к ней? Ну-ка, блядь. Один якорь. А, это и есть якорь. Похуй, классно. Больше работ ты сделаешь, больше выполнишь нормы сертификации. Теперь посмотрим, насколько вы определились к своему первому сертификату. Минут паузы. Сертификат. Норма. Охуенно, пацаны. Сертифицированный работник, ебать. Долг 1 миллиард. Выполнил 575. Почти сделал. Уровень 1. Класс. Сертификат дает доступ к более мощным улучшениям инструментов, снаряжения и оборудования, а также позволяет брать заказы на более ценные корабли. Но это уже в жилом отсеке. Кстати, о жилом отсеке. Давайте прямо сейчас туда наведаемся. Вам предстоит возвращаться туда после каждого рабочего дня. Не бросит же Линкс вас тут, можно сказать, на улице. Ну да, блядь. Давай домой. Так отработал, что еще миллиард должен. А куда идти-то, блядь? Войти в жилой отсек. Я бы охуенно рад, блядь. Вот эта хуйня с жилой отсек, как думаете, вот эта синяя? Я просто боюсь что-либо вообще трогать, блядь, здесь, если честно. У меня скафандр разгерметизирован, блядь, немножко.
Блять. Похоже, что я переработал себя. Похуй, еще 2 миллиарда теперь. 2 миллиарда должен? Не, я на месте. А, вот платформа, вот жилой отсек. А, телепортировался по-быстрому. Войти. Закончить смену, да. Уволен, класс. Поздравляю вас, специалист по утилизации космических кораблей. Ваш труд не остался незамеченным. Вы получаете почетный уровень. Ля, почетный уровень. О, долг списывают, ля. Плюс один модульный лазерный резак, новый апгрейд. И шип один класс сертификейшн. Демонтаж, две антенны, две гондолы. Обзор заказа. Войти в жилой отсек в in progress. Ну, я здесь, да. Завершить рабочий день. Доброе утро, специалист по утилизации космических кораблей. Как вы уже поняли, это ваш жилой отсек. Понимаю, здесь сейчас пустовато, но говорят, Lynx уже планирует ремонт в ближайшем времени. А пока... Здесь сказано, что вы можете получить сертификат нового уровня, если установите какое-нибудь улучшение. Вам это наверняка понравится. Посмотрим? Давай посмотрим. О, катер. Ремонт? А, он еще и ломается, блять, его нужно ремонтировать. 5 ремнаборов доступно. Спасибо большое Фризизи и Шири Кимуру вам за подписку. Катер. Апгрейды. Высокоточная лучевая насадка Делхижала, мощностью 3, дохуя температура, стандартный инструмент для новых сотрудников и стажеров. Это то, что у меня уже есть, видимо. А дальше апгрейд. Пилокол Дехли с двойным лучом. Ля, боксоны, максоны полетели. И температурой 8800 позволяет проводить демонтаж кораблей еще быстрее и эффективнее. В комплекте эргономичная режущая насадка поворотной конструкции. Давай, почему, блять, и нет? Давайте вернемся на площадку и вы проверите. Блять, а мне нужно... Ну, 60% нормально, будет 30, там починим. Сканер. Все как обычно. Улучшение сканера есть? Да, есть. Бля, интересно. Новый рабочий день. Опа. Опять старый добрый, блядь. Хочу взять меня корабль. Угу. Сертификаты откроют вам доступ к кораблям более высокого класса. Правда, сначала надо научиться резак проходить. Вернемся к работе на учебном корабле. Ну, вернемся, так вернемся, блядь. А это тоже утилизатор, да, справа получается? Или что это за хуйня? Наша сегодняшняя получительная сертификация для меня называется пилокол. Сменить насадку. Вот пилокол. А, это и есть пилокол, ебать. Изменить угол резки, блять. Как я должен это сделать? А, правой кнопкой. Понял. Я бы понял, что нужно. Бля, чё он от меня хочет? Демонтаж мягкого ящика, блядь. Мягкий ящик, это, видимо, вот эта хуйня внутри, ее повредить не стоит. Если я возьму и просто как, блядь, вот так вот нахуй. Ага, заебись. Понял, блядь. Слушай, я, честно говоря, не совсем понимаю, что от меня требуется, блядь. А, о, я понял, что от меня требуется. Так, нахуй. Опа. Где-то, наверное, еще такую же нужно отрезать. Это замок. А, о, ебать. Ну, собственно, сим-сим, ебать. Откройся. Правильно. Ебать, что я сделал? Сука, надо было просто для два надреза аккуратных сделать. Похуй. Похуй. Плитка все стерпит, ебать. Сейчас мы нахуй въебем вот так. И после этого въебем вот так. Все, заебись, блядь. Да что я делаю, нахуй, со своей жизнью? Не так. Похуй, еще лишний раз, блядь. Не повредит, нахуй. Не повредит. А что с ФПСом? Люди жалуются. Нормально все вроде? Да, у меня дропов не прибавилось. Так. Давай, нахуй, блядь.
А мне это надо демонтировать вообще? Заберите этот понос, узнаем, нужен он или нет. Так, где-то тут были мягкие ящики. О, вот они и есть. Процессор. Заебись. Это же процессор я держу в руках. Что это, блядь? Баржа. Мягкий ящик. Туда нахуй. Так, мягкий ящик один есть. Ну, конечно, секьюрд, блядь. В печку части корпуса. А, в печку, понял. Вот это печка. А! В смысле, по что ты меня ебанула? Еще один мягкий ящик мне нужен. Так, еще один мягкий ящик туда, блядь. И еще один мягкий ящик. Дополнительно. Туда, блядь. Что-то тут осталось нормальное, что мне можно еще утилизировать. Панель алюминий. Да хуй да нихуя. Так. Дорогая, тебе пора, блядь, в печь. Давай туда, нахуй. А, так просто не идет. Слышь. Бля, придется отрезать куски ней. А если въебать просто наискосок? Или реально лучше сделать 4 надреза? Типа подойти, аккуратно выпилить, блядь, здесь. После этого аккуратно выпилить здесь. Вот так вот по краям. Наверное, это, конечно, не самый простой способ я выбрал. По крайней мере, он будет работать. Правильно я говорю? Все? Нет, нихуя не все. Где-то я проебался. Заказ на алюминий, углерод, внутри куски нужны. Это я уже понял. Печь. Вот панель алюминий. Нужно выпилить эту панель алюминиевую, очевидно. Демонтаж, а не утилизация. Давай более мелкий кусок ебанем. Ну, им тоже не за один день строили, правильно? Ой, бать, отошел. Так вот, демонтаж, куда его надо? Его надо в груз вниз кидать или в печь нахуй его кидать? Есть вопрос. Я бы его кинул в печь. Походу, никто не знает, блядь. В синюю херню. Давай кинем туда. Да, алюминий ушел. А хуй, блядь, туда, нахуй, в синий. Вернись, блядь. Как его притянуть к себе? Иди сюда, нахуй. О, сматываю его, как удочка. Блядь, я сам к нему приматываюсь! Стой! Блядь! А если я с тормозом? Я торможу, я себя буду оттормаживать. Блядь, стой! Стоять, нахуй. Где я вообще, блядь? Где груз? Я перестал вообще что-либо понимать. Похуй, еще отрежу. Я потерялся, блядь. Ебать, как тут жестко кидает. Тяжело ориентироваться. Синий рядом с печью, процессор подписан. Ну, это понятно. Панель наноуглерод. Я могу ее забрать себе? Сейчас я ее... Я, блядь, сам лечу. Вместе с ней. То есть мне ее нужно по-хорошему в процессор хуярить? Я так понимаю. Пойдем попробуем захуярить наноуглерод в процессор. Панель. В центре, в процессе. Ага, вижу. Вижу. Снизу реально написано, куда. Так, наноуглерод пошел. Это что за хуйня? Алюминиевая панель. Какой долбоеб, блядь, алюминиевый. Ее в печь надо.
Блять, куда она? Бля! Панель атакует! Блять, а можно мне как-то... Сучья, блять, панель убила меня. Поломка радио, я нихуя не слышу. Спасибо за подписочку, блядь. Ну и как бы мне починиться-то здесь, блядь? Не, ну охуеть, папаша. Чё надо делать-то, блядь? О. Ремнабор для скафандра. О, блядь. О, как новый, блядь. Как новый, сука. Скотчем залепись, блядь. Блядь, это что у меня? Это гондола. А, это гондола, которая уже была принята. Что ты за хуйня? О, давай разберемся с тобой. Мне нужно немножко алюминия еще демонтировать, потому что, блядь, у нас с ним не сдалось отношение. Что здесь происходит? Здарова, Максон. Здорово, Немиров. О, отошла, ебать, она отошла, охуенно. Ее сейчас быстро, аккуратно в печь направить просто вот так вот. Блядь, а как бы ее так аккуратно покрутить, чтобы особо не тянуть к себе? Вот вопрос. И сейчас ее ебать вот так туда нахуй, в печку. Ушла ебать. Хоть бы достаточно было. Блять, еще алюминий нужен, сука. Тыкай сначала на деталь, потом на стену возле этого отверстия, когда деталь нужно сдать. Она сама туда как налепет. Тыкай сначала на деталь, потом на стену возле этого отверстия, куда деталь нужно. Она сама туда как на лебедке полетит. Не понял, то есть так? Нихуя не понял, ну да ладно. Это что за панель? Наноуглерод. Досталось что-то алюминиевое еще? Мне нужно алюминия немножко. Наноуглерод. Наноуглерод. Блядь, где-то я в открытом космосе проебал алюминий, судя по всему. Так что я уже первый контракт, судя по всему, зафейлил. Судя по всему. А вот алюминий. А, это хуйня маленькая, да? А, не, во, ебать! Вот он, красавец, ебать. А это красавец Пятигорский, ебать. Так, сейчас мы его... Вот так. Вот так. И он отошел. Тише. Нам его в печку надо. Он сам уже просится. Смотри, сам просится уже в печку. Давай нахуй туда. Так. Алюминий сюда. Ну а вас теперь, блядь, уважаемая... А, хуй с тобой получится, наверное. Ну и наноуглерод мы сейчас порежем вообще без проблем. А она снаружи что ли не режется? Почему она снаружи не режется? Типа изнутри надо залазить, резать? Что за грязные намеки, блядь? А, может потому что она здесь держится? А если я просто держатель вот тут нахуй уберу? Она отсоединится, как думаете? Типа тебя нахуй. Она еще держится за что-то? О, ебать! И нахуя нам резать, если мы можем просто эти крепежи убрать? Все? А че, я лысый что ли, блядь? Демонтаж... А, еще нужно на углерода. Наконец-то! Это что у нас? Это на углерод. Так, значит, его мы... А где крепежи? Это они и есть. Он режется вообще? Я не вижу, чтобы он резался, блядь. Так, есть. Ты же можешь не вертеться, а просто поменять угол. Я нихуя не понял. Выше ее, блядь.
Ее же в процессор? Да, ее в процессор. Да и туда, ехай нахуй, блядь. Там всосет. Правая кнопка, оно стягивает обычно. Типа, вот видишь, я тянусь сам к ней. А так правая кнопка не работает. О, возвращаемся в отсек, мы закончились. Блять. Слушай, ну клево на самом деле. Это еще тренировочное говно, гондола ебаная. Я уже чувствую, там по кораблям можно пошарить, силовые установки поснимать, там радиации хапануть или током убиться ко всем хуям. Обещает быть прикольным. Спасибо, Шакена, за подписочку. Жилой отсек. Да, я закончил. ПКМ надо, когда резак в руке, а не, не якорь. И что тогда будет? На пушке с длинным резаком, как в Dead Space, можешь положить рюкзаками. А, ну да, райт-кликом. А, я понял. Я зря сам кручусь, да, типа. Мне нужно райт-кликать, он будет слева направо хуярить. И можно не крутиться, как долбоеб. Поздравляем вас, вы новый уровень. Ну, это я, это про меня. Так, утилизировано 125 тонн, завершить рабочий день. Поздравляю резчиков, получили сертификат уровня 2, видно, что с работы вы уже освоились. Так что Линкс может продать вас подарком, откройте. Давай. О, граппл. Модель тросов. Приобретать лицензию на трос, дистанционный непрерывный вандервальсов. Средний тензор. Тросы можно использовать для установки двух электромагнитных якорей, буксировки... А, вот это, походу, оно и есть, про то, что мне чел говорил. Да. Тросы — наши лучшие друзья. Давайте уберем еще один корабль и потренируемся на нем. Конец связи. Ну, давай. Начать рабочий день. Очередное говно из жопы. А, вот, смотри. О, ебать. Пандора 9. 72 тонны весит. Стоит 3 миллиона 693. Есть какие-то коровые системы, то ли бензогенератор, то ли еще какая-то хуйня. Куча ресурсов, источники опасности. Может воспламениться. Ебать ли за котлет сделала? Но их здесь сюда не надо ставить, пожалуйста. Слышь, Лиз, я попить, помнишь, просил помыть. Ты сказал, что сделаешь. Да, сейчас принесу. Спасибо. Да, попробуем. Выбрать. Claiming a new ship will clear salvage bay. Your existing ship remains salvage. Да, наверное. Почини свой инструмент. Да он еще, блядь, меня переживет. Это уже корабль. Посудина класса Макрель. На ней предлагаю попрактиковаться. Дима, научишься работать с герметично закрытыми кораблями. Сначала опробуем тросы. Сначала нам понадобится якорь. Ебать, меня дернуло. А че он так... А че мышка такая резкая стала? Тросы посильнее. Чтобы передвигать гораздо тяжелее, чем вы. Тросы намного прочнее, чем якорный линь, поэтому они годятся для перетаскивания объектов, масса которых намного больше вашей. Кроме того, усиление тросов суммируется. Чем больше тросов, тем сильнее таговый. Главное напряжение силы, разумеется. Разместить трос. Охуенно, и что это меняет? Вот, научился, пиздец, блядь. И что теперь, убрать тросы? Ну-ка. Разместить трос. А, ага. Ну-ка, блядь. И что теперь делать? Ладно, похуй. Я научился, парни. Сейчас попью секунду. Тебе привет от господина Фили. Так. К якорю цепляю. Так, якорь у меня в руках, блядь. Так, что дальше? А, я типа теперь свободен сам по себе? Ёбаный рот, блядь. Что надо-то от меня? Новая цель. Демонтаж гондолы двойной. Что? Демонтаж гондола. Вот, двойная гондола. Это, бля, легко. Я пойду лягу. Вот давай. Тебе, смотри, я вижу, еда. Две котлетки куча. Перекусить. Спасибо большое. Так, типа, знаешь, угу. Так, ну я уже вижу, что нам нужно отхуячить сейчас. На стриме никто не понял, что ты ешь. Понял. Спасибо большое. Всё. Ты обо мне позаботилась. Ты можешь размутиться, всё. Ага, все, окей, сейчас. А, ой. Так, это двойная гондола? Мне кажется, тут две двойных гондолы.
А, блядь, это и есть одна большая двойная гондола, блядь. Так. И куда тебя нахуй? На баржу, то есть вниз. Ебать, сальто! А, нужно, наверное, тросом ее захуярить. Ну-ка, блядь. Давай-ка ее нахуй туда. О, ебать, пошла родимая. Туда, туда ее, суку, туда. Ебать, трос, тема. Мы никому не скажем, если ты будешь кушать на стриме. Окей. Тш, ебать. Не, лучшие друзья трос. Разберись, как работает, будет творческий подход к этому делу. Ну окей, я пока узнал самый старт, самую базу. Сканер. Да ебать, тут реактор еще. Самое опасное. А герметичность. Согласно статистике Linux, разгерметизация основная причина аварии с смертельным исходом, как следствие клонирования. Но я уже прошел это обучение сам, блять. Посмотрим, открыть корабль, чтобы он не рванул. Сейчас чувствую, сейчас ёбнет, блядь. Да не, не должно. Ты, главное, так. Герметизируй зад, прежде чем... Опасность, смотри, тут нарисована двойная опасность. Консоль шлюза. Включишь, ебанет, как будто бы. Лучше срезать стену. Герметизировать шлюз. Но это мне прям намекает, ты должен это сделать. На самом деле, блядь, как будто не стоит, конечно. Но кто я такой, блядь, чтобы обсуждать приказы? Ну нет. Просто это, видимо, была разгерметизация, значок. Я слушаю мужика, чего? А, я говорю, это был значок разгерметизации, наверное. Наверное. Шлюзы по лежестоке на графике непременно окажутся сломаны. Мы поговорим в этом случае, пока заберемся. Возьмите сканер. Так, давай начнем с простого. Это реально разгерметизация, герметизация. А нахуя я загерметизировал шлюз с воздухом? Что мне это дает? Бесконечно здесь дышать или во имя чего? Дальше пройти можешь. А до этого я не мог, блядь. Я мог бы выварить нахуй здесь и пойти дальше. Тогда бы у тебя кислорода не было. Кислорода. А у меня кислород макс. Система бы замерзла. Просаживается. Бля, господа, у меня на самом деле в статистике все хорошо, но я вижу, что у вас есть такая проблема. Тверь болеет вообще по всей. Чтобы зайти. Атмосферный регулятор. Вижу его, блядь. Атмосферный. Работает он? Так, где компрессия? Вот и ладушки. Осмотреть реактор. А где он? Он сзади был. Это что за хуйня? Рацион питания. Но сначала кратчайший маршрут баржи. Ключи. Возьмите. Блять, он фонит, ебать, копать как. Блять, как много слов, нахуй. Походу нужно сделать как можно быстрее, типа, вход. Точнее, выход, блять, если вы позволите. Так. Давай-ка, нахуй, блять. Так, нахуй, блять. Чтобы он пролез только. И главное, его ж, суку, не зацепить, блять. А ну чё. Сейчас я его прорежу и пизда. Так. Спокойно, блядь, нахуй. Кто там нахуй? Не трясится, ебать. Я знаю, что делаю. Ебанет? Не должно. Блядь, там еще одна панель, сука. Блядь, что это за дерьмо вообще? Техотсек, сука. Кто, блядь, делает двойное дно на кораблях? Что за ебобо? Блядь, ну, естественно, оно нихуя не пилит. А это что? Ты распилишься, если я сильно попрошу? Охуенно, блядь, что это мне дало? Бля, почему эта хуйня не режется?
Пойду ее отсоединю, блядь. Она из мифрила. Это не дно. А дно там, что ли? А как посмотреть, блядь? Я вижу тех, тех. Подожди, блядь, что за хуйня? Где дно? Чат, покажите, где дно? Бля, я только что все нормально видел. Говорят, что это гондола. Это гондола? Пойду что ее отсоединю. Ты долбишься в гондолу. Пойду ее отсоединю тогда. Со стороны реактора нужно отъебашить гондолу и захуярить ее вниз. И я потом смогу зайти вообще без проблем. Где выход ебать? О, это вообще пит, это как пит. Открыть меню паузу, посмотреть под управление. Нахуй мне это управление? Внимание, реакторы плавятся при извлечении из корпуса. Выполняйте их демонтаж аккуратно и быстро. Я вообще заблудился в этом пиздатом корабле. Я вижу реактор. А, вот оно все. Вот она, красота, блядь. Открывайся, блядь, похуй. Да похуй вообще. Так, где-то здесь как раз реактор. Не, это нихуя не гондола, судя по всему. Хотя вероятность такая есть. А если я вот так сделаю, он его расхуярит? Да, он его расхуярит, конечно. Так. Туда нахуй. А я не могу здесь запилиться в корабль. С какой стороны я смогу запилиться в корабль, лол? А не... это не вход в корабль? Вот этот огромный голубой шлюз? Не, а это заебись ты, конечно, придумала шлюз, но мне нужно быстро как-то выносить, блядь. О, корпус реактивного двигателя, блядь. А он подключен? Да, он, блядь, напрямую подключен к реактору. Охуенно. А если я вот... Если я чисто, знаешь, чисто мягко его сейчас подрежу тут чуть-чуть так. Ну, чисто чуть-чуть. Блядь, что-то мне кажется, хуёвая идея, блядь, если честно. А в этой игре вообще может ебануть? Да хуй его знает, мне кажется, да. Так, корпус реактивного двигателя. Там внутри корабля крепеж пили. Так, пойдем попробуем. Ебать, музяка хуярит, приятная. Я тут заход был. Походу, с другой стороны. Антенны поснимаем потом еще. Нам пизда. О. По идее, нам здесь можно сейчас вообще всю эту хуйню закрыть, да? Но зачем нам это делать? Вот зачем мы сейчас закрыли? Чтобы у нас открылась вот эта хуйня? Да, потому что она не откроется. Да я ее выпилю, блядь, вообще без проблем. А, нет, там написано, блядь, не стоит, нахуй, видимо. Денджер звучит как что-то, что не стоит делать. Ой, да ладно! Ну? На заборе тоже написано. Пили давай! Подожди, а хули она? О, заебись. Не туда. Так. С-реактор, блядь. Давай пока начнем пилить все крепежи изнутри и посмотрим, что это нам даст. Вот это реактивный движок, около которого я с той стороны распиливал всю хуйню. Я думаю, что не стоит пилить, блядь, так это крепежи пока что самого реактора. ФПС умирает. Бля, может, я графон попроще поставить, я просто не знаю. Это никогда алерты приходят, ребят, просто если это когда алерты, я не знаю, как это фиксить. А зачем ты щадишь крепежи? Просто отфигачь крепежи и скинь реактор на землю. Редактор. Что значит скинь редактор? Скинь реактор на землю. Просто... Просто скинь, лол! Просто крепи крепежи, лол! Говорят, когда пилишь. А у тебя вертикальный синхрон врублен? Врублен. Туда даже хожу.
Блять, что-то мне не нравится то, что сейчас произошло, блять. Охуенно страшно. Да тебе конечно нравится вырубить? Думаешь, поможет? Давай попробуем вырубить. Так. Блять, я бы очень не хотел трогать все, что, сука, рядом с реактором. Скажу вам честно, блять. Прям. Конечно, все любит смелых, блять, но я лучше нахуй за. Выпилю вообще все, что есть вокруг, блять, а уже потом примусь за это. О, ебать, панель отошла. О, блять! Как же я счастлив! Куда тебя там надо? Будет ли стрим по Таркову 20 числа в честь дропса? Возможно. Неправильная реакция, нужно было сидеть с лицом, я так и так, планировал. Процессор. Туда нахуй, давай. Давай, тянись, 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 ебать. Давай еще выше, выше, ебать, выше. Туда, туда, ушел нахуй. На переработку тебе? Давай, давай нахуй. В процессор. Переработка внизу, вот тут снизу это баржа, а та хуйня туда сейчас уйдет. Та туда, та давай, иди нахуй. Да. Так отвяжи ее. Все, заебись, еще и на углерод заработали. Похуй. Так, если это было со стороны баржи, то значит это снизу, вот, вот выпиленный кусок. Бля, музяка хворит. Так, ну в принципе теперь мы готовы. Бля, я зря это, по-моему, сделал. Так, я могу его просто вырвать с корнем? Ой. Туда лети нахуй. Все, ебать. Чё ты нахуй разговоров-то было, блядь? А теперь реактор так же. Или это он... А чё мне так тяжело дышится? Что-то происходит? В чем проблема? Кислорода нет, разгерметизация может быть. На шо фонарь? На Элла, он уже работает. Да, разгерметизация тут всегда. Это каюта разгерметизирована, а не я. Это просто я испугался, видимо, с происходящего. Так. Наноуглерод. Вот, наноуглерод я вижу. Панель. Титан, все в процессор. Что-то наноуглерода я вижу панель маленькую совсем. Тебе нужно открыть меню паузы. Зачем? Руководство по адаптации тебе там говорят. Где оно? Не знаю. Посмотреть управление можно в меню паузы. Схема управления? Да, видимо. Вау. Ладно, видимо это подсказка, которая... Да дальше можно просто пилить и похуй вообще, блять. Сейчас тебе крепежи сниму, и весь это, вся эта хуйня пойдет в космос. Титан, правда, еще. А вот наноуглеродовая панель. А это и то в процессор. Давай съебалась нахуй! Туда, блядь, стянулась. У меня нет всего дня, блядь, с тобой тут сюсюкаться, сучара. Так, тоже титан, тоже процессор. Давай по накатанной, ебать. Съебалась. Где там ебучий процессор? Да, все нахуй. Ну и экстра, так сказать, для чатика. Бля, походу меня бросает. Спасибо большое, питерский беспрофитник. Да, я знаю, возможно. У меня переезд сейчас в разгаре, так что хз как получится. Спасибо большое, Reconsideration, Vaxify, друг Коля. За золотая когорта на месте. Все, он со мной попрощался. Да, спасибо, я разберусь. Говорят, алерты просаживают. Что? Алерты, говорят, просаживают. Да, ну так уже давно. Во многих играх так, я ничего не могу с этим поделать. А у тебя стримлапсовский, нет? Да, да. АБС стримлап? Нет, не ОБС, а алертцы. А, нет, в стримлапсовском не проседают. Там все зависит. Мне кажется, это не от ОБС проблема. А мне кажется, это принудиловка стримлапс. Типа такой, алерты наши нормально работают только в нашем ОБСе. Ладно, разберемся.
Ты спать просто собиралась. Чего? Потом же сам будешь говорить, что тебе плохо. Пили полностью для экстра бабок. Да ладно, похуй. Просто я хотел бы уже открытое плавание, там, может, попилим. Может, вырубить дружинлёта, только звук оставить. Ну, давай пока оставим все как есть, уже как бы не год с лишним стримим. Домашнее насилие. Да она меня бьет. Я тебя не бью. Было, было. А я не трогаю. Угу. Выбрать специалист по утилизации космических кораблей. Бля, ну тут как бы миллион. Вы же понимаете, да? Снаряжение. Надо много починить кораблей, катер. Да? Ремонт. Офигеть. Что? Я посмотрела, сколько, типа, ну, возможностей. Шлем, емкость H2O. Угу, улучшение. ЖК. Что такое ЖК? Жилищный комитет. Нет, я понимаю. Наверное, это опыт какой-то. Судя по всему, дальность. Регистр плановой замены новые линзы производится на орбите Земли, доставим без визит. Бля, дальность это круто. А в трастерах что есть? Увеличивает не только резинок, но и длину трубопровода, что значительно повышает рабочий объем топливной системы, или увеличенная камера сгорания и сопла. Уменьшает уменьшает диаметр, увеличивает тягу реактивного двигателя. Сканер. В данном случае средство подключения к сети проводит поведенческий анализ с целью идентификации наблюдаемого объекта. Используется значительный объем информации из каталога компонентов. В смысле, блядь, не понял. Лицензия на якорь, модуль тросов, опа, тросы. Количество позволяет системе тросов работать на время с большим количеством полей. Но это заебись. Оформить. Потом я буду только тросами перемещать, так что хуй его знает. Жилой комплекс. Жестко, пацаны. Очень хорошее у вас. Давай возьмем емкость топливного бака для начала. Лишним не будет. Так. У меня еще 150 осталось. Остывание. И дальность. Сделано. Начать рабочий день. А, можно продолжить утилизацию, не ебать голову? Что-то я нихуя не понял. Типа, я могу вернуться к этому своему кораблю и продолжить его утилизировать? Прикольно. Почини инструменты. Так, ремонаборы. Тут когда будет хотя бы 30, тогда я починю, что мне сейчас на это кидаться. Все нормально. О, костюм есть. Все жизни стали слышать звуки в космосе, но чтобы создавать звуки, приближающиеся опасности. О, ебать! Звуки можно поставить. Это я на следующее обязательно возьму. Ресы попиздить. Ну пошли разберем его нахуй окончательно, этот ебучий корабль. Подожди-ка. Linux manage each cutter salvage the maximum amount of value possible in a timely manner. Rewards, recognition may be given to top performance. А какой мне... Что меня вообще... У меня есть какой-то срок торопиться? Цифра это, может быть, то, что осталось? Я, если честно, даже хуй знает. Ладно, погнали. Нафаня, спасибо большое за подписочку. Рэтом также большое спасибо. А, демонтаж металла дальше. Просто, по-моему, это вообще... Если это тот же самый корабль, то там у него снизу должен быть полный пиздец уже. Если я не ошибаюсь. Я там все нахуй распилил по полной. Да, это он. Демонтаж металла. Наноуглеродные панели. Алюминий. А где я могу здесь найти металл? Такой нескромный вопрос. Спасибо большое, SexTrip, тебе за подписочку. Алюминий. Печь, стекло, сиденье на баржу. Компьютерный терминал. Ебать, подписки полетели. Спасибо большое, ребят. Димон, если это ремикс, Wild Tiger. Топливо и воздух уходит. Да, вижу, действительно. Быстро, кстати, уходит. А топливо где? Я вижу только... А, реактивный дивиди 98%. Ладно, похуй, давайте выпиливать дальше.
Потихоньку, сейчас помаленьку, блядь, спилим весь корабль. План такой. Это в процессор. Туда, нахуй, пожалуйста, на тросе лети-ка. И пока он летит, я буду распиливать дальше кораблик. Ибо хули мне. Я его, суку, по частям возьму. Пусть мне это и не нужно, но для дополнительной экспы. А мне... Тот уже ушел? Мне что-то за это вообще дали? А где еще один был? Я же его отправлял. Похуй, не долетел. Съебался по дороге. Кислород на 5 минут. Понимаю. Рацион питания в печь. Так, рацион питания. Иди нахуй, готовься. Так. Блять. В процессор. Бля, пиздец, я его притянул. Нормально, нормально. Ебать, он что-то лишнего. А это что за хуйня? Антенна. Куда антенну-то, блядь? Антенну вообще на баржу надо. Блядь, оно привязано к антенне. Сука! А как-то убрать можно было, блядь. На какую кнопку убрать можно было якорь? На В. Какой supply sir low? Скафандр, здоровье, топливо, блядь, всего до пизды. Ну кислорода немножко маловато, блядь, подумаешь. Большое, блядь, дело. Так, это хуйню в печь. Давай, вылазь. Пиздуй в печь. Демонтаж металла, блядь. Где ж я могу срезать этот ебучий металл? Опа. А это кресло, блядь. Сиденье. Сиденье нахуй на баржу. Туда, ебать. Кредиты переч... А, кстати, металл это и есть сиденье. Будем знать. Давай, выходи-ка, блядь. Вау. Блядь, оно застряло там. Сматывай его нахуй. Да, блядь. Что поделать? Такова жизнь, блядь. Кстати, а может быть реально это алюминий был? Только пришел как игра. Ну, довольно прикольная. А что ты стучишь, блядь? А, радио лагает. Понял. Главное, сильный перед... Ебать, компьютер полетел. Воздух, сука, заканчивается. А, атмосферный регулятор распилить надо. Так, алюминий в печь. Ладно, надо доделывать квест. Так, алюминь. На остатки воздуха. Крученный пошел. О, ты вернулся? Так, сейчас пополним, ебать, не проблема. Так, пиздуй в печь. Печь, я говорю, погнал. Так, пошли воздушка хапанем. Время наверху смены. Вон его видно, так что воздух можно пополнять. Надеюсь, это бесплатно. Да какой критикал?
А, покупать надо? За 8000 лучше джин. Ебать копать, нормально живете, даже воздух за деньги. Сучары, блядь, ничего святого, блядь. Там еще топливо нахуй надо, наверное, заряжать тоже за деньги. Замечательно, блядь. У меня, блядь, уже коротит инструмент. Почини шлем. Да там маленькая трещина, блядь, ты че, он еще меня переживет. Титан давай захуярим. А титан, наверное, надо процессинг, да? Да, его в процессор. Нам нужно еще немножко алюминия в печку. Так, давай аккуратненько, блядь. Так, нахуй. Так, ебать. Сейчас все четко будет. Идеально. Сука, или нет? Я не могу его вырвать. Подожди, так он здесь, нет? Он еще не отходит. Хуево прорезал где-то. Вот только где? Придется теперь все понять. Надо, короче, брать тогда с запасом в следующий раз. Ебать, там какой-то ужас нахуй происходит, папаша. Что за ужас? Это, блядь, уже они сколько там зафоловлены? Так. Так, ну давай сначала subscribers поставим, да? Для начала поставим subscribers, а потом придется поставить follow мод на неделю. Мне очень жаль, парни, что так это происходит, но... Ну что я могу поделать? Видите, что происходит, да? По-другому я никак не могу это пофиксить. Блять, а в чем проблема? Я где-то не так прорезал, что ли, блять? Может, снизу я не прорезал? Где, блять, здесь не прорезано? Блять, сука, только не говорите мне, что тут надо было крепление отъебашить. Пожалуйста, ради всего святого. Сука. Это ж надо было, блять. Тебя в печь? Опиздуй. Похуй, давай мы уберем тебя. Давай сюда, ебать. Ты, я же убрал их. В смысле, блядь, закончились тросы, блядь? Пиздуй в печь. Я нажимаю V, как могу. Убрать тросы. Как убрать тросы? Нажимаю V по КД. Надо покупать? Тросы надо покупать? Что, блядь? Охуеть, блядь! Сейчас бы еще тросы покупать. Я ж для вас, сука, работаю, блядь. Блять, ну похуй, я этот корабль-то под ноль сейчас разберу. Я тогда буду, блядь, тросы использовать только для нужных вещей, остальные буду так таскать. Так. Тросы за девятку, блядь. Пиздец. Стой нахуй. Как мне починить? Я могу как-то починить или мне придется чинить потом? Наверное, потом. Пушка дымится. Да тут, блядь, моя нахуй биба дымится. Надо кокпит срезать, короче. Антенны. Куда его? На баржу. Пошла нахуй антенна. Интересно, я вообще буду в плюсе, как вы думаете, после этого? Антенны я спилил. Пойдем панели быстро переработаем. Заканчиваю. Да не, я пока, блядь, не запилю, я не успокоюсь. Пойду вот эти панели пилить. На нахуй. На нахуй. Но главное, ремонтные наборы недорого стоят. Кажется, эта игра про то, как рыночек порешал.
Вся эта космическая шелуха, обертка. Так, где оно там еще закреплено? А я могу огромным куском вот это сейчас отъебашить, как думаете? Все крепления взять и разъебать. Типа крепежей сейчас, по-моему, вообще тут нихуя ничего не держит. Нет, держит что-то, да? Я просто думаю, как бы мне разъебать вообще все. Ты уже сделал работу. Да, я знаю, я бонусные очки зарабатываю. Красные балки, думаете? Они особо не пилятся. Вот лампа есть. Наноуглерод. Пропустил одну сверху. Ты вот про ту говоришь, наверное. Сейчас, секунду. Да, и вон еще одна снизу. Но они, по-моему, в любом случае... Это они держат между собой. Я бы хотел кусок корабля огромный распилить. Апгрейд, скорее всего, нужен. Такое ощущение, как будто металл тырим. Провода режем. Харднайтс, Колумб, спасибо. Так, давайте я быстро верну фоллоу-мод на день, потому что многие ребята хотят пообщаться и не могут. Возможно, кризис миновал, да? Понадеемся. Господа, добро пожаловать в мир живых. Рекомендую всем зафоловиться, ради, если вы хотите пообщаться. Только если хотите пообщаться, потому что такие налеты будут, скорее всего, скоро. Здорово, здорово. Ладно, будем резать мелкими кусками, потому что не совсем я понимаю, что тут еще держит. Температура резака. Смена еще дохуя. Эти ебанутые боды ходят по стрелам Таркова. Ну, что я могу понять? Причем он непонятно, что он вообще пишет, у меня там текст не виден, нихуя. Я типа могу отъебашить вообще здесь все. Но типа, видишь, оно тяжелое, блядь. А, вот еще, возможно, оно, оно между собой еще здесь закреплено. Ну вот что эту хуйню еще удерживает, блядь? Вот эта слева хуйня, она вообще уже ничем не скреплена. Стахановец. Тех, наверное, не пилится, я хуй знает. Может, нужен уровень рюкзака побольше. Ты что за хуйня вообще? Алюминиевая панель. Тебя куда? В печь? Пошла нахуй. Пусть тебя тут и чуть-чуть... Ну, буду резать дальше. Красные балки веером. Ебаш. Думаешь, тогда попилятся? Не, они не пилятся, видишь, в принципе. Ебать, а это, смотри, эта хуйня отвалилась. Подожди, подожди, одна-то панель, блядь, видишь, отошла? А куда тебя? Тебя все в процессор, да? Все в процессор. Давай-ка ее тросом тогда. Блядь, трос и денег стоит, сука. Да, давай вон туда. Пошла, пошла нахуй, родимая. Отцепилась. Балки в углу, где движок. Типа вот эту хуйню отъебашить. А она тоже отцепилась. Кстати, эта хуйня тоже отцепилась. Она уже пошла гулять. Ебать, вот это круто. Она тоже отцепилась. Вроде как. Тебя хуйня куда? Тоже все в процессор? Да, попробуем. Потянется, не потянется? Потянется, ебать!
Еще как, сука, подтянется. А эта хуйня отошла? Да, эта хуйня тоже отошла. Ну давай, блядь, че ты там уродуешься? Не могу ее даже толкнуть, блядь. А руками могу, кстати, слышь? Блядь, только не убъебаться бы. Че мне так плохо? Давай, ушла в процессор, ебать. Хотя, может, этот трос тянет, а не я вообще. Что-то мне плохо становится, я не понимаю, что происходит. А, сука. Тросы наши лучшие друзья, да, это правда. Читай панель справа в сканере, там все написано, чем пилить. Уровень резака 3, ага, понял. Давай ручками, блядь. Не, ручками хуй толкается. Давай тросом тогда процессор. Туда, ебать. Доброе утро, чатик. Привет, Отч. Здорово. Душевного стрима и отличного настроения. Как обстановка с переездом? Спасибо, Артон Кулиманов. Сегодня будет известно больше... Много подробностей будет известно, скажем так. Все, ушел туда нахуй. Ебать, мы разбираем этот корабль просто на куски нахуй. Я думал вообще движок еще снять. А нет, это не движок, это кокпит. Кислород, та подождет. Как-то без воздуха ж, блядь, жили нахуй до этого, правильно? Да, у меня все хорошо, блядь. Отрывай нахуй этот кусок. Просто пол корабля нахуй распилил. Ладно, на этом пока все, пожалуй. Руил, спасибо большое за Антон Кулиманов еще подарил подписочку. Не попал? Я вроде попал. Он ушел. Там мне похуй, еще кислород. Я домой пойду. Я закончил. Видел в группе пост про переезд. Точка, надеюсь. Да пока не стало легче. Точка, желаю терпения и удачи. Точка, ты справишься. Я уверен. Аве. Спасибо, старина. Аве. Антенна, фонарь. Деталь, тыры-пыры. Хлам, обзор заказа. Сделано, сделано, получено ЖК. А, то есть за заказ мы получаем опыт, а за демонтаж бабки. Нормальная тема. Дорогие союзы, подвязаться кораблей. Да, здравствуйте. Так, сейчас не понял. Вот все, сейчас не понял. А можно я куплю себе его, блядь? Пиздец. Походу надо под ноль, парни. Мы аренда, блядь. Интерес? Что значит интерес? Что значит, блядь, 998 интерес? Что это такое, блядь? Аренда отсека, блядь, транспортный сбор. Охуенно. Резака 120 тысяч, ты говоришь. Так если, блядь, я плачу аренду резака, может не мне его чинить тогда, блядь, надо, а? Если я плачу, ебать, аренду. Это аренда резака, может, блядь, его будет нахуй хозяин этого ебучего резака чинить, блядь, или что? Короче, надо хуярить корабль, блядь, прям под ноль. Нельзя заканчивать, пока не сделал снаряжение. Давай, ремонтик, блядь, устроим. Есть ремонтный набор, да. Сканер тоже, блядь, барахлит. Все, похуй, 3 доступные улучшения. Ну, толкать надо хорошо. Лицензия на пилокол. Проводим аналогии с квартирами в Подмосковье. Подмосковье.
Так, секундочку. А катер левел 3, как достичь? Теплоемкость. Улучшение позволяет произведение наверняка, попадание частиц пыли, микросемизм могут привести к снижению прозрачности и быстрой хлынной. Костюм. Да у меня в любом случае нихуя нету. У меня 17 очков. Чё я, блядь, ищу? Сертификат мой какой-то. Ранг 4. Мне нужен сделать работу. Реактор распилить. Мебель 15. Элементы питания. Они просто узнали, что ты айтишник Кипа. Так, связь и данные. Ничего особенного. Начать рабочий день. Да нахуй мне его допиливать, блядь. Давай посмотрим, что еще есть. О. Они все одинаковые, кстати. Так, мне лучше каждый раз новый этот хуярить. Я же за этот контракт ничего не плачу. Правильно? Класс корабля один он есть. Нет, 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 надо. Два, три. Четыре, пять, шесть. Что там самое дорогое, блядь, у вас вон? 3800. Средний хазард рейтинг не опасно, блядь. Вот этот вот за 3800. Пойдем хуярить сейчас. Выбрать. Да, я разделаю его. Как в жизни, блядь. Пиздец поработал. Так, я думал, и обучение уже прошло. Демонтаж Эктора у меня надо углерода, металла. Ну, начнем вот с этого. С антенны классической. Да? Антенну на баржу нахуй сразу туда, блядь, чтоб я не видел. Давай сразу внутрь залезем. Уже знакомая нам схема. Может, ты завалишь ебало там свое на своем ебучем радио, слышишь, блядь? Очень, блядь, интересный пиздёж, нахуй, который мне нахуй не нужен. Охуенно, блядь, папаша. Russian, do you speak it, блядь? Так, реактор, блядь. Давай начнем с самого жесткого, блядь. Попробуем выпилить нахуй реактор. Для этого нам много ума не надо. Точечно срезаем одну опору, вторую, треть. Блять! Сука! Ладно, тебя можно и тросом захуярить, ебучий реактор. Вырывай его нахуй. Все, ушло, заебись. О, блядь. Ебать, вырвало нахуй просто. Я аж охуел, если честно. Ну похуй, уже герметизация нам ничем не поможет. Возьмите канистру, я бы и рад, как ее взять, собрать. Синтетический... А, это кислород, ебать. Я могу зарегенить ХП здесь себе, чтоб не летать. У меня два таких. Ебать, папенька. Погнали ящики понесем пока. Туда, нахуй. На баржечку, блядь. А что это? Реактивный двигатель класс 1. Как думаете, он опасен вообще? Уровень резака. Так, ну я бы мог еще тут крепеж отъебашить, в принципе. Сейчас-то мне уже похуй, сейчас-то уже герметизации нет. Я буду просто потихоньку распиливать все крепежи на этой станции. На этом корабле, простите. Это будет проще для всех. А это что за хуйня? Силовая распределительная коробка. Блять, пригодится. Давай, доставай он нахуй. А, блядь! Сука, блядь. Ебучая распределительная, блядь, коробка. Ой, пошла нахуй. Она засчиталась, не?
А куда тебе надо-то, блядь? Слышь, ебучая коробка, блядь. Куда она улетела? Вернись-ка сюда, блядь. Коробка, блядь. В печь, сука. Пошла нахуй тогда туда. Country Bash. Фрикота, спасибо большое за подписку. Ебать, у меня тут прыгает все. А что по моему состоянию здоровья? 77. Нормально. Скафандру хуёвенькая. Безмерно благодарен тебе, Максим. Да, без проблем, брат. Творчество. Мог упустить инфу по этой теме. Но все же, будет ли прохождение 3 и 4 сезона входящих от тел? О, точно нет. Даже не жди, старичок. Ты коробку в процессе сломал. Ну понятно, надо было ее как-то отсоединить там, наверное. Она что-то слишком жестко. А что это, прости? Это каюта, блядь. О, вот эта хуйня выпиливается. Если она выпиливается, блядь, почему бы мне этого не сделать? Зайду, сука, через крышу, ебать, сейчас. Так нахуй. Так нахуй. Один хуй, все в печь. Все, ты уже оторвалась? Ты уже оторвалась. Похуярила туда, чтоб не видел больше. Похуярила. Конечно, блядь, материалы приняты. Дядя Ток наносит ответный удар. Воздушком мы тут подышать можем. Погнали мягко пока пилить. Всю вот эту вот красоту, которая здесь держит. У нас нижние панели начинают отсоединяться. Благодаря этому. Надо еще попасть в заднюю часть. Потому что можно будет и задней части, и задние стенки распилить. Крепежи, и они нахуй пойдут в открытый космос. А меня это вполне себе устроит. Да ничего у меня, блядь. Пойду проверю для начала, конечно. Вот здесь что за опасность? А что там за хуйня? Это обычная рубка, блядь. В чем проблема? Слышь, откройся. В чем проблема, блядь? Почему она не работает? Ладно, видимо, свету пизда наступила. Типа, был бы свет, тогда бы все работало. Оп! Ну еще бы. За приватизацию чужого этого штраф. Ну да, воздуха. Видимо, света нет. И теперь пизда. Не работает нихуя. Опа, панель вышла. Наноуглероды, вся хуйня. Так, тише, 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 тише. Тише, панелечка, блядь. Тебя в процессор, я правильно понял? Насколько я помню, в процессор, блядь. Сейчас мы ее притянем слегка, блядь. Просто еще и меня эта хуйня тянет, когда я... Ну все, должно зайти куда надо, блядь. Так, давай очередную. Так, тише, 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 моя хорошая, блядь. Давай, попиздярила туда же. Давайте следующую. Что-то следующая-то не выходит нихуя. Не все крепежи отцепил, что ли? Ай, блядь, уебался. Трос наши друзья. Тросы подождут. У тебя 8 минут, если что. Как ты определил? А, 7.20, да, вижу. Бля, и правда, у меня 8 минут. Демонтаж элемента питания. А будет прохождение Last of Us второй части на канале? Вроде тебе первая часть зашла. Да не особо, если честно. Если судить по сливам, вторая часть в плане сюжета будет несколько дискомфортна. Чел, я тебе правду скажу, мне и первая не особо зашла. Извини, если тебя разочаровал. Пошла нахуй. Пошла, ебать, туда. Сейчас, по крайней мере, с металлом разберемся, да, для начала. Все, с металлом сделано. Дальше наноуглерод. Наноуглерод тоже процессор. Бля, надо бы прибавить по-хорошему. Я могу здесь-ка нахуй... Что значит danger? Значит, типа, не стоит?
Тише. Да ебать, чё? Блять, огонь-то откуда? Не, я понимал. Ебать! А чё оно ебануло-то, блять? Так, надо в печь гнать, короче. Так, где там печь? А, может даже это к лучшему, блядь, правильно? Блядь, там еще кусок корабля-то остался. А наноуглерод тут вообще есть? Хлам, титан, панель, алюминий. Тут немножко наноуглерода есть там какого-нибудь? О-о-о, я видел, там наноуглерод было написано. Дверь ебашит. О! На баржу бак с хладогеном. Давай, пока он еще не закончился. Давай туда нахуй, пригодится там. Что осталось? Вон, наноуглерод. Давай-ка нахуй его тогда. Так, тут все заебись. Блять, а воздух тоже ебанул? А что, замерзло все? Походу, хладоген ебанул. Вот что у нас за проблема. Так. Ага. Да я работаю, работаю, блядь, сука, низ. Есть, есть. Это все наноуглерод, блядь. Я так понимаю, это все наноуглерод, и его надо в процессор. Так как я вижу процессор, пошел-ка ты туда нахуй. Блядь, целиком рубку забрал. Как думаете, хватит, не хватит? Ебать, сюда нахуй. Есть вопрос, парни. Что есть демонтаж элемента питания, блять? И ёбнул ли он? Это второй вопрос. Первый вопрос, что такое демонтаж элемента питания, а второй вопрос, ёбнул ли он? Ёбнул. А что из того, что ёбнул элемент питания? Это ответ на второй вопрос. Вы не отвечайте на первый. Перед демонтажом надо от кислорода и атмосферы внутри избавиться, иначе вот так вот. То, что током ударило. Понятно. Но воздух подышать еще есть. А что там за хуйня? Вот это вот что? Двигательный ракетный класс. Я хочу его демонтировать. Наверное, самое страшное, что можно услышать, когда я говорю, что я хочу что-то демонтировать. Да, но если мне кажется, что-то здесь могло ёбнуть, оно бы уже ёбнуло, правда? Что-то пищит, блядь, мне уже страшно. Это тебе на грузчиков, которые аккуратно перевезут. Спасибо, Антошка. Твои вещи. Уверен, аккуратно. Арендодатель будет самым адекватным из всех имеющихся. Твои риэлторы, слова, да богу. Крайне уши. Странные люди. Да ща подышим, блять, я. Мне страшно, если честно, вырывать эту хуйню. Я скажу честно, блять. Но я. А, тут бак-то с кислородом есть у меня, блять? Он все еще висит, я его видел? А это что за хуйня? Топливный бак, ебать. Бля, я боюсь, надо лететь за воздухом. А, не, вон он висит. Нашел. Подышал. Давай начнем с топливного бака. Тише, давай мягонько, блядь. Давай без хуйни, папаша, блядь. Так, ебать. Давай аккуратно тебя, чтоб ты не бился ни обо что, ебать. Туда, нахуй. Ушел. Так, ну, не лишний, правильно? Там же, блядь, еще и второй. Где-то топливный бак был, или что это? Топливная труба. Блядь, ну нахуя так быстро труба? Я вот еле-еле нажал, скажу честно. Туда, точечно, ебать, Максон, нормально разбираешь. Блядь, что тут было? Так, вернемся к этому. Я бы хотел вот эту хуйню вообще убрать.
Но я не знаю как. Уровень резака 3 нужен, чтобы его срезать, а у меня первый. Так что придется импровизировать. Так. Ну как мне его достать-то, ебать? Он вниз вообще не идет. Да он ни за что в жизни, блядь, не опустится. Чего вы начинаете? Он и вверх-то, блядь, не идет. Может, с той стороны его как-то достать? Вырезать стены. Они не режутся здесь. Хотя, подожди, нет, вот что-то режется. Не знаю, что это, блядь. Я это сделаю, однохустин. Это мелкая какая-то вишбалка говна. Да, блядь, чел, я вижу, блядь. Ну а как я ее достану, эту хуйню? Я бы, блядь, и рад. Может быть, с той стороны как-то можно ее выебать. Корпус реактивного двигателя, класс. Туда нахуй. А, хуйня, ты могла здесь выйти, блять, понятно. Давай нахуй, вылазь, блять. Давай, сука. Давай, сука, на баржу. Ушла, бля, родим. Не ударься там. Похуй. А если я опоздаю, то что тогда? Бля, я еду, еду, еду я. Где дом? Ну, сейчас мы узнаем, что будет, если я опоздаю. А, все, просто смена закончилась. Ладно, не проблема, это нам подходит. Так, ну, наработал почти на лимон. 970 тысяч, ебать, наработал. А заплатил? Доброе утро. Доброе, блядь. А заплатил 400. Ну, уже, блядь, неплохо. Уже, блядь, неплохо. В плюсике, в плюсике. Начать рабочий день, снаряжение. Как там мои ощущения вообще? Катер заебись, все нормально, ремнаборы есть. Сертификат заебись. Элемент питания надо снять один и не разъебаться, а потом мебели подтаскать. Так, касаемо снаряжения. Что у меня там по очкам апгрейдов? У меня их 160. А что я хочу? Я хочу качать этот резак. Мощность 1. Во, я хочу мощность резака. Оформите подписку в научно-исследовательской группе отдела, демонтаже, получайте обновление программного обеспечения, мощность якоря. Кроме того... Блять, нет, мне нахуй якорь не нужен, отмен. Мне бы резак, блять. Теплоемкость. Повысить произведение резака, поведение частицы пыли. А, ну это типа. Нужно открывать четвертым уровнем этого. Сертификата. У меня сертификат уебок. А, звуки, да, звуки, точно. Воссоздание звука. А, нужно тоже быть четвертым сертификатом, а я лох простой. Ароматизирующие вставки. Да, давай ароматизирующие вставки, я, блядь. Это мне нужно вообще... В моем стиле игры нужно это с самого начала было взять. Начать рабочий день. Не-не, давай, тут уже все вспилено, блядь. Что еще есть? Что там? Вон 4200 есть. Смотри, какой-то новый корабль, парни. Что, по силам нам? Транспортный корабль типа Макрель. Тандра Свордфиш. Амортизирующие. Ароматизирующие. По силам, ебать. Класса 3 нихуя нету. Класс 1 есть еще, говно из жопы. Но он стоит 3... Кстати, он класс 3, а стоит немногим больше некоторых кораблей. Вон. Давай вот этот за 4200. Да, давай. Нажмите. Погнали, мужики. Да, да. А корабль-то, кстати, починили без меня. Реально. Не корабль, а этот... скафандр. Где там вход?
Время 15 минут. Че надо-то? Так я нажал. Он мне без задания говорит, просто разбери его как можно сильнее. Работа есть? Гондолы куда, на баржу? Пошла нахуй. Питание, реактор снять, как обычно. Металла нахуярить там. Так. Иди сюда, блядь. Еще бы, блядь, она была не accepted. Так, гондола. Давай, ушла нахуй туда. Блядь, правее, сучара тупая. Похуй, да летит, правда? Должна же. Разгерметизирую. Сначала гондолы отрежу. Что может пойти не так? Правильно? Я же всего лишь отъебашиваю гондолы. Мне кажется, хуйня не долетела. Есть у меня такое впечатление. Давай туда, хуярь. Да, сука, тебе придется докидывать еще, да? Проститутка, лети туда, блядь. Так, еще одна гондола, и потом залазим внутрь. Я уже его отсоединил, вот я молодец. Ну, должна долететь. Пошли искать вход. Так в будущем медь пиздят. Ради того. А где вход-то? Где шлюз? А, вон вижу шлюз слева. С этой стороны шлюз. Бля, надо будет Терехе показать эту игру. Ему должно такое понравиться. Так. Двигло. Какое двигло, бля? Вы что, спятили нахуй? Там реактор включенный. Сейчас я, блядь, двигло пойду хуярить. Вы что, моей смерти хотите? Так. Шлюз сделано. Давление повысилось. Где мы вырубаем эту хуйню? Кто-нибудь видит эту залупу? Которая давление выключает? Вот она вроде, да? Атмосферный регулятор, блядь. Все, сбросили давление. Должно быть теперь заебись все. Тут тоже надо давление сбросить, да, судя по всему? Или оно уже сброшено? Да, оно уже сброшено. Нахуй не надо ничего делать тогда. Так, ну и давай тогда! Как в старые добрые, блядь. Начнем нахуй выпиливать пол. Так, стоять нахуй. Мой любимый открытый космос. Так, панель. Там что-то еще было, что не стоит, наверное, пихать. Что тут надо было в печь? Похуй, там разберутся на сортировке, блядь. Давай, пиздуй туда. Прошло там, да? Ну, похуй, прошло. Наноуглерод. Так. О, кресло, кстати, мне они тоже нужны. Я боюсь, оно мне в глотку сейчас ёбнет. Хотя, по-хорошему, надо сначала дела сделать. Пошло нахуй креслице. Так, где у вас тут ебаный реактор? Угу. Ну. Бля, тут дверь. Тут дверь? О, хилка. Но что-то выключателя я, блядь, не вижу. Блять, а это нехорошо. Ну, я войду в любом случае. Блять, там, наверное, давление сейчас, да? Не, нормально, нормально. Так, а дверь куда-то, блять, в процессор? Я боюсь тянуть ее на себя, потому что она ёбнет мне в скафандр. Пицца в пути.
Тросы наши друзья. Я про тросы не использую, потому что они стоят денег. Так, давайте реактор коротким путем нахуй пошлем. Для этого мы сейчас немножко здесь подработаем. Время 9 минут осталось. Так, куда тебя? Тебя в процесс стоп, блядь. Вот эту хуйню я сейчас тросом закину туда. Пойдем воздуха похаваем. Максим, ну что же, будет и Тарков день дроп? Бля, брат, столько раз спрашивали. Я постараюсь. Это воздух? Это воздух? Это реактивное топливо. Вот воздух. Тут еще и похилиться есть и все остальное. Так, ну в принципе реактор готов. Пошел нахуй реактор. Есть. Но теперь, когда реактора уже нет, можно смело вытянуть отсюда и сам, собственно, движок. Корпус ракетного двигателя сюда. Его мы в процессор захуярим моменталочкой. Ебать такая... Чпоньк! Подкорректировали. И еще раз. Чпоньк! Чпоньк! Туда. После этого аккуратно достаем ракетный двигатель один. Мягко, как с женщиной его. Оп! И отправляем его нахуй на баржу. Туда, ебать. Там не промахнется. Обратно залетаем в прекрасный корабль. Заберем пару мягких ящиков. Время. Блять, что это за... Хуй с ним, блять. Вылетим здесь. На баржу. А баржа внизу под нами. Охуеть удобно. Похуй, долетишь. Давайте-ка теперь элемент питания найдем. Реактивное топливо. А, это для ракетного моего этого. А где, собственно, блять, элемент питания? М? Это чипсы. Какие чипсы? Накопитель с данными. Ну-ка, блядь, я возьму. Ну, можно свои взлом отсеки. Найден аудиоданные, прослушать. The machine is gone. Машина исчезла. Машина это бог. Что это за хуйня? Складская ячейка. А может и правда машина из бога, он сказал? Я зря посмеялся. А как я демонтаж элемента питания сделаю? Привет. Это вот хуйня? Рацион питания в печь? Нет, это что-то другое, ребята. В техах там пиздец, все как обычно. Вот это вот хуйня непонятная какая-то здесь, с этой стороны. Включить дверная консоль. Разве она будет работать? Да, она работает, значит, блядь, есть свет. Похоже, надо пилить в стену, Рили. Только надо это сделать максимально осторожно, блядь. В прошлый раз я делал это отсюда. В смысле, блядь?
Слушай, ну и Danger не написано, в прошлый раз ебануло. Сейчас не ебет, так что, блядь. Будем надеяться, что все будет хорошо, правильно? В прошлый раз наебнуло так, что будь здоров. Оно не тянет. Почему оно не тянет? Сука, блядь. Ладно, хуй с тобой, блядь. Сделаем по-другому. Тебя нашинкую, блядь, тогда. Меня поняла, хуйня. А, ну здесь, видимо, держится. А если так, блядь? И так, блядь. Так, нахуй. Я тебе говорил, ты пойдешь нахуй, а ты не верила. Пошла в пизду. Нет, не туда стоять! Оттормаживай, блядь! Все, хуй с ней, она убежала. Ебать, это могло меня убить только что. Пойду воздуха глотну. 3 минуты осталось, блядь. Нужен элемент питания и потом еще ебашить металл 540 кило. Как там можно, блядь? Это воздух летает? Воздух, это ты? Что это за хуйня летает? А где тут подышать нынче можешь? Вот это воздух? Это бутылка, блядь. Вот, вот воздух. Ать? Откуда я залетал? Отсюда. О! Бак с хладагентом. Может, это оно питанием является? Его и на баржу. Ну, сейчас мы его осторожно, пока он особо не травит, ебать. Тише, тише, не бейся, блядь. Не бейся, бачок. Мы тебя любим все. Тут каждый работяга тебя любит, блядь. Блядь, давай не... не... Блядь! Пошел нахуй! Но это не он, блядь. Демонтаж элемента питания. Привет с 5-го километра Балаклавского шоссе. Здорово, здорово, понимаю. Не получается нормально посмотреть. Это нормально, безбожник. Спасибо, что хватал ретик, тоже приветик. Что-то я, блядь, не совсем понимаю. Компьютерные терминалы я вижу. Не совсем понимаю, где эти всякие элементы питания. Мне кажется, это так просто, блядь. Может быть, тебя взять? Атмосферный регулятор по приколу. Может, это он и есть? Надо пол выпиливать. Я так кучу времени трачу, пока летаю. Ну, вряд ли это он. Может, реактор, это баг? Да не, не думаю, что это баг. Давай тогда наноуглерод пилить, короче. План такой. Распиливаем нахуй все. Пока еще время есть рабочее. Все, отправили в свободное плавание. Это титановая панель, блядь. Еще 10 минут, я, наверное, уже хуй успею вообще что сделать. Так, это процессор, это наноуглерод. Да. Я понимаю. 52 секунды, блядски. Туда нахуй, блядь. Успею я еще одну какую-нибудь панель захуярить или на этом все? Мне кажется, на этом все. Давай сиденье захуярим пока на барже тогда, ладно? О, я что-то успел выполнить. Металл, походу, я сделал. Но у меня 2 из 4 выходит. На остальное кресло покидаем, там 14 секунд, что успеем. Элемент. Четыре секунды успеть, еще один. Все, тут я уже, мои полномочия, все. Ну, посмотрим, что в плюсе, мужики, или насколько в плюсе.
Может, надо корабль? Человек не аптечком был элемент питания. Да не, на некоторых кораблях просто нет иных частей. Ну, квест же есть. Ля, 1 330 000, слышь? Мне кажется, я неплохо отработал пока эту смену. Прям как полагается. Слышь, что вообще заебись? Здорово, с Дальнего Востока, Макс, если выдержишь, значит, спасибо большое. Да это не такая большая проблема, просто, знаешь, очень много критических неудач. Единиц на кубике выкинул. Спасибо. Удачи тебе с защитом диплома. Носочек, спасибо большое за подписку. Мурадин, Саша Ник, Максимус и все, кто подписался, если я не заметил. Извините, ребят, я это очень ценю. Здесь потом мы допили, пока питание найдешь. Да это потом времени, это будет стоить не очень много денег. Лучше потом в следующем корабле понадеяться найти. Здрасте, это я, да. Бля, пиздец, дорого жить, нахуй. Ну я в больше, чем в два раза купил. Вот 335 тысяч примерно. То есть в половину и еще плюс 335. Продолжить. Что у нас по снаряге? 113 уже этих есть. Что по сертификатам? Мебель 8, это, наверное, кресло. Элемент питания. Вот, блять, нужно его найти и вытащить. И кредитов 5 лимонов. Начинающий. Для этого есть выбор корабля. Выбирать его нужно по контракту. Нет, тут контракт дают уже после того, как ты выбрал корабль. Понимаешь, в чем дело? Начать рабочий день. Не, его мы продолжать не будем. В этом смысла мало. Я уже много чего утилизировал. Мы посмотрим, что еще есть. Ну, он за 4 лимона есть. Core System, смотри, там генератор. Вон, топливная какая-то хуйня. Судя по всему, это хладоген. И еще что-то. Но оно тут везде одинаковое. Так что я ебу. Давай тот же Валентин подороже. Космический корабль Валентин. Ну, может, вы штир поставили. Недоступен мне. Мне нужно новый этот. Мне нужно... Сертификат пизжа для этого. Элемент питания находится между внешним и внутренним корпусом. Просто маленькая коробочка такая. Обычная круглая. Это, походу, я, значит, другую стену выпилил, да? Гондолы. Начнем с них, как обычно. Новый заказ. Реактор. Это я эксперт. Элемент питания найдем. На углерод. Ну, то же самое примерно. Времени 15 минут. Как обычно. По-хорошему бы подремонтировать, конечно, в следующий раз. Он уже аж кипит, блять. Наш бластер, этот ужастер. Давай вниз его. Похуй, тросы наши друзья, бля, давай. Эти тросы эти хуйню стоят, зато это времени мне сэкономит, блядь, 20 тысяч лет. Вот, попиздовало, туда тоже. Так, антенна, нахуй, давай сюда. Тоже, блядь, на баржу. А, ладно, чё, мы не справимся. Справимся, как дать пить. Сейчас точечно все выпилю. Этот пусть пока полетает. А, это двойная гондола, да? А, не, одинарная. Ну, эту можно и так сейчас отправить в свободное плавание. Вторую гондолу потерял. А, это она и есть. Ну, а тебя тогда на тросах туда же доберешься. Где вход? Где шлюз? Шлюз слева. Разбери пол, а не потолок. Это было бы неплохо. Так, вот вижу шлюз. Пол у меня... Вот там, блять. Открываем шлюз. Нормально, без проблем. Закрываем шлюз. Ждем, пока есть разгерметизация. Сразу делаем атмосферную регуляцию. Хорошая жизнь. Так, теперь выпиливаем пол. И сразу его выпиливаем лихо. Причмокивая при этом. Какой пол? Я сейчас весь отсек этот отсоединю, блядь, походу. Если так дальше продолжится. Сука, кто спрятал, блядь, под кресло крепежи? Нехороший человек. Все, оно отошло? Только часть отошла, походу. Да, вот вторая часть отошла. Это в процессор у нас уходит.
Давай-ка сюда. Не-не-не, не спеши, ебать. Не торопись. Давай туда, нахуй, тогда ты. Пусть то, как затянет тебя, отменяем эту хуйню и хуярим на тросах туда тебя. Ну все, с металлом мы, грубо говоря... Не понял. Ебать, тут хуйня блочит, что ли? А что я отсоединил тогда? Или надо было ее сначала вниз вытолкнуть? Ебать, минус трос. Попиздячил туда, сучонок. Только попробую не долететь, я за тобой слежу. Долетит, куда он денется, его там всосет. Гравитация какая-нибудь волшебная. Так, сделано. Накопитель с данными. Ну, всегда пригодится. Так, дышать особо нечем. Вон, все это на баржу можно. Давай пока похуярим всякую фигню. Мне как раз мебели надо набить. Танкофоб, спасибо большое за подписку. Хотя, возможно, я просто въебываю время. Вау. В кокпите элемент питания. Поищу потом. Там что-то коротит, кстати. Или мне показалось. Наверное, показалось. О, тут можно отсоединить нахуй эту штуку вообще. Бутылка. Бутылку в печь. Дверь, иди-ка сюда. Дверь в процессор. Свободно. Так, старый добрый реактор. Ну давай, Коля, не шутишь. Убираем крепежи с пола. Перегревается. А тяжело, надо подождать. Он сильно нагрелся, ебать. Отошел. Количество тросов у меня как где-то написано. Да, 5 тезерсы, походу. Туда ухуярил. Так, сучий реактор. Иди нахуй. Без проблем. Элемент пита... Да ща подышим. Не начинай вот эту свою песню. Тут есть подышать? Да, есть. Пойдем поищем. О, вот элемент питания, судя по всему, это он. Распределительная силовая коробка. Должен ли я как-то ее отключить для начала, чтобы она меня не уебашила? Реактора уже нет. Распределительная коробка. Ремнаборы на стенах. Да это я вижу. А, их нужно взять прям. Легендарный позволяет чиниться. О, ебать. Это полезно. Чтоб на халяву чиниться. Голыми руками берет. Да она не возьмется. Реактор нет, конденсатор остался. Значит, пошли выпилим оттуда этот. Как эта хуйня называется? О, ключи. Служебный ключ. Ключ технического обслуживания различных систем корабля. Нихуя не понял, для чего этот ключ нужен. Так, мне нужно попасть в техи здесь. О! А, это просто крышу сейчас отъебашит. Крыша мне не очень интересна. Я просто прорежу здесь. Так. Я там ничего не прорежу? А, не, хуйня. Вот так. Вот так въебашу. И вот так. Так, ты давай-ка нахуй вылазь отсюда. Тебя быстро сейчас в печь закинем. Что это там, блядь, висит? Что это за хуйня, ебать? Чё я там чуть не прорезал? Элемент питания, блядь. Ебать, это он! Охуеть! Ебать, нормально. Я знал. Конечно же, я знал, блядь, вы что? Вообще без проблем.
Дальше наноуглерод. Вон панели наноуглеродовые. У меня еще 7 минут на это. Так, а эта панель, она к чему-то закреплена или что? А, мы же можем сейчас вообще капсулу реактора. А как я ее могу достать? Она не достается. Я могу ее выпилить нахуй. Реактора-то там уже нет. Блять! Это плохо! Это плохо! Перегрев, перегрелась хуйня просто. Нормально, нормально. Выдержали. Так, давайте тогда отсоединим эти ебучие панели. Мебель не забудь. Так, куда я не забуду? Так, одну трубку выпилил. Пиздец резаку хуёво. Так, это фонарь. Ну, давай фонарь отрубим, блядь, и на баржу закинем. Туда. Так, это наноуглеродные панели, которые мне как раз нужны в процессор. Блять, куда? Ахуй с тобой. Пошла туда нахуй. Блять, что она не хочет туда идти? Мне уже это и не надо, кстати. Собью себе, сам пойду засуну. Пошел туда. Движок строго стоит. Да, сейчас движок скинем. Я пока на эти квесты, я пока заказ сделаю просто, а потом уже все остальное. Да, без проблем. Мне скоро дышать надо, я не помню, есть ли здесь воздух еще. Вижу движок для ракетного двигателя, топлива. А вот еще воздуха я не вижу. Распределительная коробка. Потрогать ее тоже нельзя. Ее тоже потом попробуем снять. Походу нужно будет идти дышать сейчас. Так. Давай тогда мебель сначала, чтобы потом к ней не возвращаться, раз уж я рядом. Так, а теперь углерод. Точнее, наноуглерод. Вот, наноуглерод сверху. А как мне его отъебашить-то? Наноуглерод — это чисто это крыша. Ладно, пошли дышать. Потолок, да-да, пол-потолок. Сейчас будем отсоединять. Ну, говорит, обшивка. Я уже примерно так и понял. Режь все крепления, которые видишь. Да, это самый главный закон, походу, в этой игре. Видишь крепление? Срезай. Не думай. Так, мне бы воздушка, блядь. Наглые вы жопы. Почини резак заодно. Да, резак я уже дома починю. Он вроде еще... Он, блядь, еще и меня переживет, этот резак. О, антенна, кстати. Антенна. Давай-ка я пошла туда нахуй. Так. А это вот алюминиевая панель. Внезапно. О, кстати, сейчас выцепим эту хуйню, отцепим, потом хладагент можем еще. Без проблем. Сдать. Бля, время-то уходит, 2 минуты. О, сейчас... Да, сука, я же даже не попал, блядь! Я же даже не ебанул по нему, блядь. А там что? Топливный бак. Ну какие шансы, что я в него ебану, правильно?
Что его держит? Ничего? Я могу его отъебашивать? Пойдем через трос попробуем. Пошел нахуй туда. Да? Ништяк. Так, дело сделано. Давай-ка теперь топливный бачок сюда. Мягко, осторожно, ебать. Туда, пожалуйста. А, блядь, надо выпилить этот. Двигло. Так. Давай-ка мягко, осторожно, блядь. И тебя тоже сюда. Давай, давай. Да, уже заканчиваем. Эту хуйню надо было в другое место. Похуй, сдох и ладно. Все, а, ну можно на углерод еще раскинуть там по Шурику. Куда его там надо, этот наноуглерод? В процессор? Давай туда ты. Туда ты. Поехали. Это что за хуйня летает? Топливная труба. Процессор. Попал, не попал? Не попал. Ну все, тут же я не знаю, что еще можно успеть. Движок не долетел? Да долетел. Должен был долететь. Ох. Ебать, полтора лимона почти. Антенна, деталь, алюминий, рацион питания, наноуглерод есть. Антенна по 36 тысяч. Гондолы по 300 тысяч, чуваки. Хотя нет, это 4 гондолы. Так что на самом деле поменьше. Все равно около 75. Так. Дверь по 12 тысяч. Вот реактор 500 000. И двигатель 200 тысяч. Это очень сильно. На самом деле реактор и реактивный двигатель — это уже то, что мне нужно. Победитель пиццы не может получить пиццуху. Короче, у нас у них в процессе поменялось. Теперь пиццу можно только в Москву, Московскую область. И еще один Тамбов опрокинули. Блять. У нас теперь только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Сейчас, секунду, я тут посмотрю. Да! Есть! Такс. Ладно, господа, кстати, anyway, я не спал, мне уже немного хуёвит. Сегодня стрим был особо недолгий, 3,5 часа. Главное, что успел последние новости рассказать.